Здравствуйте, мои зрители. Сегодня я хотела бы просто с вами поговорить. Тут мне как бы и пришли в комментариях, попросил меня мужчина один по поводу алкоголя, там что-то такое, как я к этому отношусь и как от этого избавиться. Вот, я как бы, ну, я решила сделать видео по поводу алкоголя. Скажем так, мое отношение к алкоголю это крайне негативное, очень негативное. Ну, я уже говорила в своих видео о том, что у меня вообще организм алкоголь не принимает. Даже там на каких-то фуршетах на работе, там новогодние фуршеты происходят, там бокал шампанского, только чуть-чуть вот глотну, я потом 3 дня буду лежать. То есть это дичайшее отравление. Поэтому у меня к алкоголю, именно конкретно к алкоголю, это очень отрицательное отношение. Скажем так, я людей с алкоголем настолько вот... чувствую за километр, у меня волосы дымом встают уже. То есть крайне негативные. И я вот работаю в торговле, и я ни в коем случае в торговле с алкоголем, я даже и притрагиваться к этому не могу, и не буду. И так, к тому же табакокурению. Во-первых, я скажу почему. Ну, мало то, что вот мое такое внутреннее отношение. Вот, это раз. Во-вторых, люди, которые, скажем, алкоголь – это не от Бога. Спирт – это наркотическое вещество. То же самое, как и табакокурение. Это наркотическое вещество. И это надо понимать. Даже возьмите энциклопедию, почитайте, что такое спирт. Старая советская энциклопедия, учеными всего мира, это наркотическое вещество. Вот, это своего рода наркотик, который бодрит, веселит, вот, и типа как отвлекает от образа, от внешней жизни, вот, увеселяет себя. Так, и еще такую штуку по поводу алкоголя. Те люди, которые связаны с алкоголем, той или иной степени, то есть я имею в виду, если, например, вот я, например, торговый представитель и буду торговать алкоголем, или, например, продавец торгует в отделе алкоголем, или владелец виноводочного завода. Но, тем не менее, вот именно крупно связан с алкоголем, не то, что там выпил на вечеринке, вот, это не вот это, а я имею в виду именно вот конкретная вот работа с вот этой вот продукцией, то не удивляйтесь, что у вас жены могут спиваться, мужья могут спиваться, дети, и неважно, девочки или мальчики у вас там, могут спиваться, понимаете? Это ответная реакция о том, что, во-первых, это наркотик. Во-вторых, это, представляете, если вы владелец виноводочного завода, сколько, ну, понимаете, владелец виноводочного завода, это не боже, не от Бога, не от Бога. Соответственно, сколько вы страданий приносите в дом людям, сколько семей упиваются этим алкоголем, рождаются дети-уроды, больные, сколько детей, родители спиваются, детей избивают, дети голодные, лишают родительских прав, избивают детей эти алкоголики. Вот. И еще эти дети, они как рожденные от алкоголиков, они как недоразвитые еще. Это, скажем так, будущее и воры, и все, что хочешь. Вот, то есть они как бы не совсем не полноценные. Я имею в виду не от того, что человек был нормальный, а родился ребенок, а потом как бы человек начал пить. Я имею в виду в процессе, когда он алкоголик, и муж и жена алкоголик, и еще какой-то период времени уже, то нормальные дети не рождаются таких. Но это все знают, это и по-медицински все. Вот, и еще кармически это все. Потому что те, которые, вот я же говорю, связаны как-то с алкоголем, виноводочное дело, или те, которые работают, ни в коем случае. Потому что вы либо сами сопьетесь, говорю, либо принесете горе в свою семью. Дети ваши начнут употреблять алкоголь. Как только чуть-чуть, сколько, лет 12, они уже могут спокойно выпивать. Я как вспоминаю, что у меня сын, когда учился в школе, у него мальчик один, 12 лет, одноклассник. Он в школу просто заходил и приносил уже вот эти, как он, напитки в жестяных банках с алкоголем.
ну, сейчас вот эти вот разные напитки, они есть, разные названия, не буду там называть, в жестяных банках, и просто сидел, пил на занятиях. Вот, то есть, ну, это ж кошмар. Это лет 12, по-моему, было. То есть вот уже с 12-10 лет элементарно это самое, начинают дети пить. Ну, так что имейте в виду. Вот. А тот мужчина, который меня попросил, как избавиться от алкоголя, что я хочу им сказать, что если вы задались таким вопросом, лечите ли вы от алкогольной зависимости или нет, я не лечу от алкогольной зависимости. Хотя мне говорили, что я буду таких лечить людей, но я просто сама негативно к этому отношусь, и я к этой теме даже не притрагиваюсь. Вот. Но потенциал, как бы мне сказали, как бы говорили, что есть такой. Ну, я не буду притрагиваться. Я просто могу дать совет, вот, что этот мужчина, которого задал вопрос, если вы меня слышите, значит, вы излечимы. Излечимы. Единственное, что есть такая молитва, если вы православный человек, крещённый в православии, я вот имею в виду по православию, то есть такая молитва «Неупиваемые чаши». И в Москве есть икона «Неупиваемые чаши». Туда едут люди, которые больны алкоголем, и вот просят, как бы, чтобы их вот эта икона, она их излечила от алкоголя. Алкоголь есть вот разные зависимости. Я просто по своему опыту, по людям, которые мне встречались больные алкоголем, и среди родных людей тоже такое было, ну, с родственников я имею в виду, вот, то скажу так, что и сосед у меня тоже был, я видела людей, которые вот этот пьют. Значит, степень есть разная. Есть действительно болезнь, то, что наш организм иногда не вырабатывает вот тот спирт, который нужен для организма. И человек периодически нужно вот этот вот спирт. Насколько я знаю, что на Руси делали специально медовуху, и до определенного, после определенного возраста, по-моему, лет после 40, мужчина раз в год там выпивал грамм 150 вот этой медовухи. Вот это для здоровья считалось, что это очень хорошо. Это как в сказаниях я читала. После того, как после сбора меда они там это настаивали, как на какой-то там праздник вот выпивали вот эту медовуху для оздоровления. Особенно от мужчин это все. Вот. И алкоголь, он, понимаете, когда в организме вот какой-то произошел сбой, нехватка вот именно вот спирта, мы же внутри как маленькая станция, у нас вырабатывается все, что хочешь в организм вырабатывается. Вот. И вот это вот именно спирт тоже там каждый день вырабатывается в определенном количестве. Ибо иногда бывает сбой. Это надо выяснять причину. Вот. И этот человек, он просто, он пьет и мучается от того, что он пьет. Вот он, вроде у него тяга есть к алкоголю, вот надо, он идет, выпивает, а потом он от этого мучается, его и рвота, и плохое состояние, ему не хочется до той рюмки, уже вот так оно у него тут сидит, и вот это все, он не хочет, этот алкоголь. Это значит о том, что у вас просто сбой в организме произошел, надо просто искать врача, которые... Как бы, ну, надо пройти очистительную систему, там, ну, поставить вам капельницы, очистить организм, и вы потом как бы восстановитесь, и нормально будет. Может быть, там через какой-то период опять надо будет капельницы ставить. Я просто знаю, что даже соседа, я помню, когда еще, ну, где мама у меня жила, там у них сосед был, дядя Толя, так он... Но он не алкоголик, но просто периодически, вот с возрастом у него началось, вот он пьет неделю. Не сказать, что прям он прям бутылками запивается. Нет. Там в этом возрасте, к 50 годам, там чуть-чуть надо, уже ходит он все. Вот. Пьет неделю, может, две, а потом лежит и говорит, я умираю, я не хочу. Ему ставят капельницы, все, и он потом отходит, и потом может год-два вот, не пить. Потом опять какой-то период, видно, сбой у него происходит, и опять вот пошло. Вот, так что не зря вот наши славяне, как бы русы, они вот именно после сбора меда вот выпивали вот этот вот медовуху 100-150 грамм. Значит, действительно, этот организм, особенно для мужчины, вот это нужно. Именно с возрастом. Молодому не надо, там пока все работает же нормально, а вот с возрастом, наверное, уже надо. Вот, то вот это болезнь.
А есть другая зависимость, это психологическая зависимость. Таких людей я тоже встречала, вот, лично встречала. И говорит, от чего я должен прекращать пить? Если я прекращу пить, я хочу веселиться. Мне нравится этот образ жизни. Я выпила, сижу в компании, типа разговариваю. И неважно, мужчина это или женщина. Нравится вот эта вот катавасия, то, что вот не то, что там он потом будет валяться вот в таком ужасном состоянии, ну, вы знаете, какие последствия, в каком состоянии валяются эти алкоголики. Ему нравится вот эта вот вся мишура, которая происходит во время употребления этого алкоголя. Вот они там веселятся, там какие-то шутки у них там свои, ну, что-то такое в пьяном состоянии, в пьяном угаре. И неважно, молодой это или старый, ему вот нравится, вот нравится и все. Весело жить. Вот такого человека это уже не болезнь. Это, понимаете, это неправильное поведение по жизни было, вот, скажем так. Вот. Это, ну, кармическая карма, это то, что ты совершил, и потом тебя накрывает. А вот, значит, ты делал неправильные поступки в этой жизни. И от этих неправильных поступков тебя как-то, ты должен как-то за это отвечать. А оно накапливается, вот это все, и потом тебя это вот оно накрывает. Нужно эти поступки отрабатывать, ты не хочешь. Вот. И ты хочешь очень весело идти по жизни. Это нежелание трудиться в этом мире. Веселиться, непонимание о том, что ты пришел сюда для отработки определенных каких-то нюансов. Вот тебе дали какую-то судьбу, какие-то эмоции ты должен отработать, вот ты должен отработать, а ты не хочешь трудиться, как все люди трудятся для того, чтобы там себя прокормить, вот, воспитать детей, но нормально жить по-человечески. Тебе хочется веселиться, а денег для веселья, как вот бизнесмены там на яхтах есть, а тебе этого хочется. То есть это еще какая-то вот как зависть, вот еще это все выявляется в этом всем. Вот, жадный человек к деньгам. Это все его накрывает. Вот. Но больше всего он хочет идти легко по жизни, не хочет трудиться, никак не хочет любым путем оторваться от работы. Вот этого человека очень тяжело. И здесь еще присутствует, так как это кармическое, идет подселение духа. Вот, то есть человек сам своими поступками, которые он делал, а наши поступки 10 заповедей элементарных. Вот. И душа, кстати, знает, когда она поступает неправильно, вам внутри это открывается, что нельзя это делать. Вот. А все равно ты это делаешь. И вот это все накопится. Вот. И потом ваша вот этот ваша защита, которой вы окружены, вот как я уже говорила, в яйце в таком находитесь, вот. Аура, ваша защита энергетическая, она делает пробои. Потому что. Но вы уже накопили вот неправильные своими поступками, дали возможность вот этой вот нечисти, подселению войти в вас. Войти в вас. Вот. И есть, конечно, экзорцисты, которые читают над вами молитвами. Есть в храмах, которые есть отчитки. Вот, по крайней мере, в Киеве есть, значит, я вам скажу, есть, значит, в Киево-Печерской лавре, там есть в верхних пещерах, шапочка называется, вот шапочка, она не только от алкоголя, она вообще там от подселения вот это вот, на излечение идет, называется шапочка, вот кто туда придет, спросит, а есть ли вот молебен, и там как-то держит шапку, и под эту шапку человек заходит, и вот там может и корежить, и все, что хочешь. А потом я знаю, что вот есть в Идупическом монастыре в Киеве, тоже есть монах, который отчитывал когда-то, делал отчитку. Потом, я вам говорю про Украину, я не знаю, как в каждой стране есть свое. Знаю, что есть под Киевом Катюжанка, там священник отчитывает. И есть еще у нас в Киеве на Чапаевке, Саша его зовут. Он тоже лечит алкоголь. Я у него, кстати, была у этого Саши, но не из-за алкоголя. У меня там геморрой, скажем так, по-другому я к нему ходила. Вот. Он действительно, я с ним беседовала, хотя он всех принимает пару минут, и все, идите отсюда. А люди, у которых открыт канал, мы чувствуем друг друга. Вот. И я с ним беседовала минут 15-20, вообще просто о жизни.
очень такой открытый, хороший человек, хотя многие говорят, он грубый, там все. Нет, очень хороший, открытый человек. Просто почему он грубый, это то, что люди не понимают. Им говорят, надо делать то-то-то-то, а человек в такой заскорузлости своей, вот, он не понимает, что ему говоришь, что это, вот это делать нельзя. Вот он идет по какой-то своей вот пути и все. И поэтому он так иногда грубо отвечает. Ну, так как, я же говорю, у меня канал открыт у него, и я то, что от него переходила вот эта энергетика, я уже говорила в каком-то своем видео, я просто беседовала с ним, я пришла к нему с очень сильной большой болью. Такая боль была, что мне не помогало вообще ничего. Вот никакие препараты. Ну, у кого эта болезнь была, все прекрасно знают, что это такое. Вот, и буквально поговорили с ним минут 15-20. Просто я просто беседовала на свою тематику, там, по духовности, по энергетически, вот это все. Очень хорошо открытый человек, беседует очень хорошо. Вот, мы с ним поменялись вот этими мнениями, все. Вот, и я от него ушла, у меня боль ушла. То есть я видела, как вот что-то как белое от него шло, как энергетика. То есть высшие силы через него вот дают вот как энергию. И, кстати, действительно, от алкоголя он тоже многим помогает. Вот Киев, Чапаев, вот у нас от метро Выдубичи едет туда маршрутка, это конечная, или Академгородок, который едет на Чапаевку. Не знаю, какой номер маршрутку, но в сторону автобазара. Конечная маршрутка от автовокзала в сторону Чапаевки. Вот там на конечную выходите, и там у любого спросите, там буквально 5 минут пройти, там в частном секторе он живет. Он не принимает по большим православным праздникам и по субботам и воскресеньям. У него там есть эта табличка неприема. Вот обязательно те, которые от алкоголя, они там воду обязательно должны, 3-литровую банку принести воды, он там еще как-то начитывает, и обязательно, чужин, по-моему, ложку, что ли, ложку. Не, племянница у меня от псориаза, по-моему, туда ездила с ложкой была. А, по-моему, ложку надо. Но на всякий случай, кто поедет туда, возьмите вот, кому надо, вот ложку возьмите, обычную ложку, чайную какую, он, по-моему, как-то, или колбу, или к языку что-то там прикладывает. Вот. Ну, потом вот эту воду он своей энергетикой руки поддержит, и как бы вот эту 3-литровую банку надо вот пить. Но то, что он говорит, надо вот делать. И к нему ездить надо не один раз, а раза три, по-моему, что-то такое. Но энергия через него идет. Вот это я лично сама ответила, что вот как столб какой-то белый идет, действительно идет. Тем, которые от этого алкоголя хотят вылечиться, единственное, что я вам скажу, и те, которые практикуют вот это все, скажу так, если человек сам, только сам настроен вылечиться от алкогольной зависимости, только его внутреннее желание, вот, то тогда этому человеку это идет в помощь. Вы поймите такую вещь о том, что когда над вами читает вот эту молитву, вы пьете эту, и идет божественная энергия, то у вас как бы вы даете согласие о том, что вы будете, не будете, скажем, делать этот грех еще. Вот. И вы как бы под божественной защитой идете. Вот, как бы, как вам сказать, в прихожую к Богу вас заводит. И вы чувствуете, его покровительство. Вот. И вас не потянет, к алкоголю не потянет. То есть после вот этого всех перипетий, неважно, где вы там будете, вы возьмете бокал вина. Я просто знаю, ну, как бы знаю, что кто ездил к нему, так как я беседовала с ним, вот, то они, вот этот вкус вина, оно не чувствуется. Вот люди вроде хотят схватить, выпить. И в итоге не чувствует вкуса вина. А смысл пить вино как водку. И оставляется бокал. Вот про кутюжанку, вот, которую вот, там я слышала, что там люди как бы есть срываются. Но он тоже говорит, что я вас ввожу как бы, ну, как бы в прихожую к Богу, и что вам надо это самое, держаться, иначе могут быть последствия необратимые. Вот, то есть люди, которые
пошли к таким вот, как бы, которые их излечивают, из них идет эта энергия на излечение, вы имейте в виду, что если вы согласны, то значит душой действительно согласитесь, потому что может быть срыв, это не кодирование, это совершенно не кодирование. Вот. Там идут совершенно, там энергии идут, уходит вот эта нечисть, которая у вас сидит. Вот. И если вы впоследствии срываетесь просто, а мне плевать в таком вот плане, не то что срываетесь, а в таком плане, да пошел он, этот целитель, да я буду пить и буду дальше, то это может привести вас к необратимым последствиям. Насколько я слышала, что даже вот я просто по работе, там у женщины была, как бы у брата жена очень сильно пила, там по работе у одной женщины, вот в кутежанку он ее возил, она говорит, мы даже не знали, что она была подвержена к алкоголю. Чисто случайно узнали, когда там родился что-то второй ребенок, разница лет 12, говорит, была, и вдруг она резко начала пить. И потом мы узнали, что, оказывается, у нее и в роду там пили. Вот, и она с этим годовалым ребенком куда-то исчезла. То есть брат от нее что-то скрывал даже. Вот. И он ее возил в кутежанку. Вот ей помогло, и она оттуда, когда приехала, она сказала, что она увидела человека, ну, кто-то там, короче, приехал к этому, ну, то есть сорвался и начал, наверное, вот нести вот такую ахинею, типа, да, я выпью, да пошел, то священник, да пошли те энергии, я хочу, что хочу, то и буду делать. Ну, нервный срыв произошел, там человек сказал, или не был сильно настроен на выздоровление. То он сорвался, начал пить и приехал уже к нему, к катюжанку. У него что-то там руку, что ли, разнесло так, что тут вообще. А батюшка сказал, говорит, а я же предупреждал, что необратимые последствия будут. Вот теперь иди и замаливай грехи сам. Вот, то есть вы имеете в виду о том, что вы можете на себя навести как бы вот таким богохульством, то, что вы пошли к Богу, согласились, он вам помог, а вы взяли ему, как бы, вот, нагадили, вот, то вы можете пострадать от этого. Вот, вот так вот действует, чтобы, ну, просто люди, чтобы понимали. И после того, когда вот срываетесь, вы можете, ну, просто в обратную не вернуться. И второй приезд может вам вообще даже не помочь. Вот. Но вот про Сашу я слышала, что, который с Чапаевки, очень действительно помогает. И даже вот люди, которые срываются, и он, кстати, он видит же, что он понимает, что который может сорваться, а который может не сорваться. Те, которые он видит, что явно может сорваться, он говорит, иди отсюда. Так что вот такой ему ответ. Алкоголь, конечно. Ну, это, да, это зависимость, ну, это, скажем так, и болезни, и не болезни. Вот. Сбой в организме тоже может пойти от чего угодно, но сбой это лечится. Вот. И даже у меня как бы по жизни тоже был такой случай, что один знакомый рассказывал, что беседовала с наркологом. Тоже человек долго не пил, лет 15-20, потом сорвался, ну и поехал типа кодироваться. А перед тем, как кодироваться, начал разговаривать с наркологом, который вот перед кодировкой. И он с ним поговорил и сказал, что извините, а вам кодирование не поможет, вы в состоянии сами себя держать. Просто у человека был какой-то срыв. Вот, и человек уехал, не стал кодироваться, и впоследствии там. Ну, то есть не пил. То есть это вот, скорее всего, вот такие вот срывы бывают, это вот как нехватка вот этого вещества внутри организма. Вот, то есть люди, если едут, кодируются, подшиваются, там по-разному, и все равно срываются. То есть это говорит о том, что они идут в таком состоянии, сейчас объясню вам. Значит, поеду-ка я. А вдруг поможет. Вот. Если вы в таком настроении, лучше не ходите и сидите дома, и спивайтесь дальше. Вот. Вот что я хотела по поводу вот спиртного рассказать. Просто я так поняла, что один и тот же человек пишет мне, ну, тоже, по-моему, раза три он мне написал.
Вот, ну, я все-таки решила сделать видео, мое отношение, и вот дала вам как вот можно. Я не знаю, где в других странах, но непиваемую чашу, вы знаете, скажу так, что можно спросить у батюшки, чтобы он почитал молитву за неупиваемую чашу. Я знаю, что у нас в Киеве просто одно время я как бы, ну и сейчас, в принципе, хожу по монастырям, и я раньше как больше вот ходила в том плане, что ребенок сильно болел. Я вам говорила, воспаление легких он болел, а потом как бы Божьей благодати он выздоровел. И вот в тот момент я просто очень много ходила, я много видела, которые возле икон падали, дрыгались ногами, там, понимаете. Можно даже без всякой вот помощи, чтобы не через кого-то через вас шла энергия, можно и самому идти. Вот в чем я хочу сказать. Можно, есть иконы исцеляющие, если где-то вы живете, вот есть вот монастыри какие-то, или вот есть какие-то отмоленные иконы, есть какие-то вот мощи. А вот есть, я говорю, молебен, неупиваемые чаши. Попросите священника, чтобы вот он сделал над вами молебен, вот эта неупиваемая чаша. Оно все действует. Если вы кто-то хочет, то вот это все действует. Вот, просто был такой у меня как бы такой вот опыт, что меня просили заказать в монастыре, в Веденском монастыре на проспекте Московском, на Печерске, неупиваемую чашу. Я туда ходила, тоже заказывала вот эту молебен, но это, я не знаю, лет 7 назад я заказывала. Из-за человека, которого вот я заказала неупиваемую чашу, там именно в этом монастыре, вот в Веденском, там есть вот часы, когда читает в монастыре неупиваемую чашу, там икона. По-моему, там есть даже икона. Там как-то отдельно в стороне, там есть икона, которая перешла на стекло Божьей Матери, а есть там чуть в стороне стоит неупиваемая чаша. По-моему, да, неупиваемая чаша, тоже вот икона. И там вот раз в неделю читают вот эту вот молебен. И за человека, за которого я заказала вот эту неупиваемую чашу, он весь этот день, пока читалась молитва, его колбасило. Его колбасило, он не понимал, что с ним происходит, что это такое происходит. И подействовало, да, действительно, вот это самое, перестал пить. Да, действительно такое. Вот. И вот просто говорю, еще где-то в Москве или в Подмосковье тоже есть икона, куда, по-моему, даже, господи, какое же, ну, полазите по интернету, найдите, туда очень, очень много людей едут за исцеление, вот именно, там как-то какая-то предыстория, что кто-то, какой-то мужчина, вот как-то тоже страдал от алкоголя, и во сне ему пришла Божья Матерь, показала ему эту икону, которую он принесет ему исцеление, и он что-то на колени как-то полз на эту икону очень долго, приполз, и попросила эту икону исцеления, и она его исцелила, что-то перестала после этого пить. И вот к этой иконе там идут тоже паломничества, вот, именно на исцеление по поводу алкоголя. Ну, в принципе, полностью я вам рассказала по поводу этого алкоголя, и мое отношение, и вот как я людей встречала. Да, действительно, алкоголь – это два вида. Если ты сам решил, то ты действительно пить не будешь. Ну, и у тебя желание впоследствии пропадет. И найдите какое-то, я не знаю, увлечение, что ли, найдите, чтобы вас как-то это отвлекало. Потому что жизнь действительно очень трудная штука. И очень много проблем. А психика у нас у каждого разная. И вот каждый как-то хочет расслабиться в этом, в этой ситуации. Вот я, например, я периодически пью какие-то, я не знаю, успокоительные, что-нибудь, какой-то корвалол. Вот я подсела периодически корвалол в таблетках. Не настойку спиртовую, а именно таблетки я пью. Таблетки или траву там себе завариваю. Мне вот, например, помогает. Если какой-то в жизни ситуация какая-то сложная получается, расстройство какое-то, напьюсь валерьянки, корвалола, меня это успокаивает. И как-то попью недельки, и все как-то у меня как-то так все растворяется. Вот. Ты начинаешь как бы эту ситуацию как-то решать. Поэтому если в жизни какие-то проблемы, не впадайте в панику, не впадайте в этот алкоголь, он не помогает. И проблема не разрешается. Проблема остается все равно, а просто вы грубите свою жизнь и жизнь своих близких, которые с вами живут.
Вот. И сейчас энергии такие, что если вы хотите жить, то старайтесь как бы отойти от этой темы, потому что алкоголь – это не для этого времени. Вот. Сейчас людей, которые с алкогольной зависимостью, будут сильно колбасить. Вот. Поэтому ну, вот такой мой ответ по поводу алкоголя. Всем удачи, всем пока. Может, кому-то интересна эта тема. До свидания.